Мне в Донецке есть московская ВГК, российская ВГК. Ну, надо. Надо пацана комиссовать, ну, по состоянию здоровья. Наши признали годным, вернули его обратно. Понял, у него один глаз, один нерабочий. Ну, послушай, и он там воспалился, тут глаз. Его сюда прислали, это полечили. Человек слепой тут останется. Понял? Нет, ну, понятно, перед комиссией надо там все бумажки, все анализы. Нет, где-то в Донецке уже есть. Российский принимает. Потому что наши признали годным.